Друзья, всем привет! Сегодня я покажу, как установить вот такие вот кнопки, позволяющие устанавливать расширение и соотношение сторон изображений. Расширение называется Aspect Ratio. И установить его можно следующим образом. Перейти в Available, Load From. Дальше в вашем браузере открываем поиск. В Opera это открывается Ctrl-F. В поиске вбиваем Aspect Ratio, вращаем вниз. Helper это не то. Дальше. Aspect Ratio Selector. Расширение устанавливаем. Нажимаем Install. Дальше переходим Installed. И нажимаем Apply and Restart UI. После того, как все установилось, необходимо настроить это расширение. Делается это следующим образом. Переходим в установочную папку Stable Diffusion. Открываем Extensions. Находим наше расширение SDWVAR. И здесь есть два файла с настройками. Resolution .txt и Aspect Ratio .txt. В файле Resolution настраивается расширение. Первое – это название, то, что отображается на кнопке. Второе – это ширина. И третье – это высота. Я установил вот таких 4 расширения. Aspect Ratio – это соотношение сторон. Здесь также вначале прописывается название, то, что отображается на кнопке. 1 к 1, 3 к 2. И через запятую уже ставится либо формула, либо высчитанное значение. Допустим, 3 к 2 – это 3 деленное на 2. 4 к 3 – 4 деленное на 3. 1 к 1 – это 1. Меняете расширение и соотношение сторон. Файлы сохраняете. Дальше заходите в свой интерфейс и перезагружаете его. И у вас должны появиться вот такие вот кнопки. Давайте расскажу, как пользоваться этим расширением. Нажимаете, допустим, на 512 на 512. Получаете 512 на 512. Хотите соотношение сторон 3 к 2, нажимайте 3 к 2. База остается снизу, а ширина меняется. Базовое количество точек остается по высоте, а ширина увеличивается. 4 к 3, соответственно, база опять снизу осталась, а ширина увеличилась. 768, допустим, на 16 к 9, база осталась снизу. Ширина увеличилась. Вы хотите, допустим, наоборот, вертикальное изображение. Просто нажмите на стрелочки, и у вас уже вертикальное изображение. Расширение достаточно простое и очень просто настраивается. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВК, там много всего интересного. Всем пока!